Погода дала добро. В субботу все любители спорта и здорового образа жизни отпразднуют День физкультурника. На стадионе «Лыбедь», начиная с часа дня, пройдут веселые старты среди семей, тренировки по йоге и фитнесу, турнир по быстрым шахматам, показательные выступления гимнастических школ. Первые лица города вместе со спортсменами зажгут символичную чашу олимпийского огня. В церемонии примет участие серебряный призер Олимпиады в Рио Николай Куксенков и легкоатлетки Елена Панова и Алена Лысенко. Появятся на празднике и парашютисты. Они приземлятся прямо на стадион. В рамках праздника можно будет сдать нормативы ГТО и посмотреть награды знаменитых спортсменов-владимирцев. В 2 часа дня от стадиона стартует городской велопробег. Звоним во все колокола. В субботу и воскресенье в Суздале пройдет третий фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Он получил свое название в честь знаменитого романа православного писателя Ивана Шмелева. На празднике соберутся лучшие звонари из разных регионов России и ближнего зарубежья. Фестиваль пройдет на нескольких площадках Суздаля. Открытие 20 августа в полдень на территории Спаса Ефимиева монастыря. В 19:00 на торговой площади начнется концерт звонарей. Они исполнят классические произведения. А 21 августа на площадках Ложинского монастыря развернется ремесленная и продовольственная ярмарки. Зрителей порадуют выступлениями музыкальные коллективы из Ярославля и Тулы. Кто поймает самую большую рыбу, выяснят в Муроме. 20 и 21 августа на Оке пройдет областной чемпионат по ловле рыбы на спиннинг. Его организует Владимирский рыболовный клуб. Участники будут рыбачить с лодок, в каждой команде по 2 человека. В зачет пойдут щуки, судаки, язи. Старт соревнований в 6 утра. Чемпионат состоится при условии хорошей погоды. Отправиться в прошлое без машины времени можно будет в субботу в загородном парке. На площадке за малой трибуной стадиона пройдет фестиваль исторической реконструкции «Владимирский клинок». Зрители увидят групповые сражения, турниры по историческому фехтованию, состязания лучников. В рамках фестиваля все желающие смогут выучить движение исторических танцев и поучаствовать в играх и мастер-классах. Начало в 10 утра. Они докажут, что ложка хороша не только к обеду. На смотровой площадке улицы Георгиевской музей ложки проведет интерактивную программу под названием «Красная ложка». Гостей ждет выступление резчика по дереву, мастер-классы по росписи ложек и много интересных фактов о привычном, на первый взгляд, столовом приборе. Начало в 16:00. Вечер продолжится концертной программой «Русская душа» от фольклорного коллектива «Разгуляй». Выступление артистов начнется в 7 вечера. Все краски лета на зеленом карнавале в Загородном. Парк культуры и отдыха отмечает день рождения – 55 лет. В честь этого серьезного юбилея организаторы устроили самый несерьезный праздник. Поучаствовать в нем может каждый, главное – нарядиться в костюм. Гости парка проявят себя в конкурсах и викторинах, выберут карнавальных короля и королеву. В конце вечера самых активных участников ждет трехъярусный торт. Начало праздника в полдень.